Много-много лет назад, может быть, в мифах, а может быть, в действительности, Раджа Ламбулачан во время охоты в лесу наткнулся на тигра и козу, бок о бок пьющих воду из реки. Он тут же решил построить город на этой святой земле. Так был основан город Джамму. Но, скорее всего, в этом мифе, легенде или истории есть доля правды. Наверное, именно поэтому, во время, когда вражда и религиозная нетерпимость являются главными пунктами на повестке дня, в городе Джамму храмы и мечети стоят друг возле друга. Джамму известен как город храмов, но он также является домом столетних гробниц, известных как зиарат или дарга. Время, а особенно по четвергам, индусы и сикхи, но больше всего мусульмане, приходят к этим гробницам. Все они непоколебимо верят в то, что эти гробницы защищают их город от бед. Здесь все принимаются радушно. И все здесь равны. И все они молятся по-своему. Но ни на секунду здесь не возникают угрозы или вражды по отношению к другим. Эти зиарат являются ярким примером нашего религиозного и культурного синкретизма. Красный и зеленый – два разных цвета. Они символизируют две разные веры – индуизм и ислам. Но здесь, в этих зиарат в Джамму, они встречаются вместе не как символ антагонизма, а как символ гармонии.